посмотрите мой фильм. Очень хороший трейлер, на самом деле, мне понравился. Попросите теперь администратора уволить девушку с собеседования. Вы не подходите на арку? Должны мне искусственное дыхание сделать по помощи вантуса. Вот я, например, умираю. Кто из нас? Короче, обувь попадет в урну. Обычный гей-клуб. Не сходить, потусить. Салам алейкум, друзья! И это снова «Ключ на 12», и у нас сегодня сочный, мощный, новый, свежайший выпуск «Ключа». Да, может ли наш гость сегодня выиграть 100 тысяч тенге? Давайте сейчас узнаем и посмотрим. А кто сегодня у нас в гостях? Нурлан Батыров! Да. Мы не нашли Сабурова, нашли Батырова вот так вот. Ну что, Нурлан, готовы? Да. Мне, правда, немного страшно, потому что этот... я смотрел ваши выпуски, такие они немного это как-то... Честные, скажем, да, так? Издевательские, скажем. Ну что, удачи? Давай. Готов? В этот раз у нас все по-доброму, все так нежно, элегантно, тоненько, двуслойно. Как мой интеллект. Поехали. Вы сейчас должны очень сильно хвалить свой фильм. До скольки заведения работаете? До часа до 12. До часа до 12. Кстати, у меня скоро же выходит фильм, знаете об этом? Конечно. Вот. Я за вашим инстаграмом скажу, в принципе. Классный фильм будет, знаете. Я жду очень. Безумная женщина. Да. Книг «Безумная женщина». Да. Обязательно приду. А вы посмотрели трейлер? Конечно. Пусть она хвалит как его. Как трейлер? Офигенно. Похвалите мой фильм. Очень хороший трейлер, на самом деле, мне понравился. Еще до того, как вы сказали о том, что будет фильм о безумной женщине, то, что еще двойника искали. Mm-hmm. Я даже хотела своего друга позвать к вам. Потому что он, да, внешне немного на вас похож, я думала, он подойдет. Пусть еще сильнее хвалит. Очень рада, что вы выходите. А можете еще сильнее похвалить? Сильно-сильно? Да. Я прям очень-очень сильно жду вашего фильма. Спасибо. Скажи, что она лукавит. Сам очень классно. У меня даже с вами фотографии есть. Да. Да, мне кажется, вы врете. Вам, мне кажется, вы как-то это неискренне хвалите мой фильм. Не от души. Правда искренне. Я даже всем своим друзьям говорила. Вот они сидели у нас, получается, на паре, и все такие говорят, мол, мы сейчас пойдем к Батырову, будем устраиваться на работу. Я такая, о, классно, а вы видели, что у него фильм выходит «Дневник безумной женщины»? Серьезно. Спасибо. Могу посмотреть, у него же сохраненные есть этого фильма. Ладно, скажите, что она вам не понравилась, и вы им позвоните. Ну ладно, давайте. Вы не очень мне понравились, и я вам позвоню. Хорошо? Понравились или не очень? Конечно, позвоним, вы что? Но я бы хотела, если честно, попробовать, наверное. Ой, все, уходите. Уходите. Все, уходите. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Вот вы, Нурлан Грубиян. Я хочу догнать ее и сказать, что я не такой. Сейчас вам надо сперва пообщаться, узнать человека, а потом в один момент внезапно на ухо шепотом спеть песню «Кали», взять вот это. Я хочу тебя взять. Блять, сука. Давайте попробуем. Начало карьеры. Как вас зовут? Юлия. Юлия, очень приятно, красивое имя. Можно вам кое-что скажу? Да. Я хочу тебя взять. Нурлан, не теряйтесь, продолжайте общение. Еще раз пойте, еще раз. Напевайте песню, вот так, сидя напевайте эту песню. Как там, вы знаете эту песню? Нет, не знаю. Классная песня. Давайте я вам в ухо ее спою. Давайте вам посадить на ухо, смотрите. Я хочу тебя взять. Все, тебя раздеть, что-то такое там было еще. Я ее слышала в инстаграме. А, ну вот. Витя говорит, не слышали. Все, есть задание. Все, да, задание выполнено. Спасибо, можете отправлять. Да, скажите, что перезвоните. Все, спасибо, мы тогда вам позвоним, но песню надо будет выучить в следующем разу. Хорошо? Ладно, смотрите, ваше четвертое задание. Вы должны попросить уволить действующего администратора. Ой, ёптвою мать, надо будет предупредить. Не, без предупреждения, давай. Я представляю сейчас эмоции администратора, которая... Это самый жесткий администратор, она может нахуй послать. Нет, это не скандал. Ну, она специально на месте работает. 2001 года рождения? Да, 18 месяца назад. Почему я такой старый уже? Сколько? 18 месяцев, 2 месяца назад, да. Ужас, мне 36. Ну и вы не выглядите на 18, скажите. Угу, ну вы не выглядите на 18. Тоже где-то на 36. Ну 36. Стоит обидеться. Уже. Нет, на самом деле на вайнеров вообще никто не обижается, это честно. Да. Они дольше минуты диалог не могут вести. Они дольше минуты не могут диалог вести, а раньше вообще было страшно. Дальше 15 секунд не могли. Да, 15 просто. Да, и что в жизни, что в постели.
Ну, смотрите, сейчас я позову своего администратора, чтобы стать его на его должность, вам надо будет уволить нашего администратора. Вы сможете это сделать? Думаю, нет. Ну, потому что, ну, здрасте, вы хотите стать администратором, это жесткость. Давайте попробуем. Ну, сейчас администратор придет, вы просто должны сказать, вы уволен, что-нибудь не знаю, там сказать. Нет, нет, она должна прям причину привести. Ну, как бы, какую-то причину придумать, почему этот человек не может быть работать да, администратором в Баттерплоф и пицце. Попробуем? Окей. Давайте. Да, вы должны прям напориться, сказать о том, что вы администратор, там, не знаю, там, только не улыбаться. Здрасте, вот наш главный администратор, и вы должны ее уволить. Извиняюсь, но я думаю, что он должен быть уволен из нашей компании. За что вы говорите? Думаю, я лучше подхожу на вашу должность. Нет, вы не подходите. Почему нет? Ну, то потому что вы не уверенно говорите. Давайте попробуем еще раз. Попросите теперь администратора уволить девушку с собеседования. Вы не подходите нам. У нас есть новый сотрудник, мы посмотрели его. Это я? Пусть скажет. Это я, скажите? Это я, да. Зара, покажите, как это по-настоящему да, увольняет пожалуйста, людей. Пожалуйста. Валерия, вы уволены. Все, там добавлять нечего. Все, все, все. Коротко и ясно, да. Краткая сестра таланта. Да. А казахский разговор на казахшу сверисен был? Я. Кшкине сверисен, да? Дурс. Меня кшкине сверим, поэтому я ей дурс на русском. Скажите, вы возьмете ее на работу, если она скажет слово «канагаттандырмактараздан»? Вот есть одно слово, которое я сам не могу произнести. Если вы произнесете, я вас возьму на работу. «Канагаттандырмактараздан». Все, мы вас берем. Смотрите, давайте, восьмое задание сейчас. Вы должны оказать первую медицинскую помощь с вантусом. При помощи вантуса. При помощи вантуса, да. Угу. Искусственное дыхание при помощи вантуса. Вы умеете делать искусственное дыхание при помощи вантуса? Нет. Нет. Посмотрите, у меня все проходят разные задания, вы должны мне искусственное дыхание сделать при помощи вантуса. Вот я, например, умираю. Знаете, давайте попробуем. Мне просто после вас очень много людей, и это надо прям вот, давайте. Вот я умираю. Нет, ну делайте, вы смотрите. Да? Хотите, на вас покажу? Давайте. Вот берете и прям вот, вот сюда накладываете и тянете. Да? Да. Хорошо. Только нам... Только, блин, вот блин, поувольняю все. Грязно поставим. Давайте попробуем. Вот я умираю. Качайте, качайте. Все? Ну, как-то вот вяло. Мне кажется, вантус не очень хороший. Да. На ней попробуйте, даже на ней. Давайте на вас попробую. Смотрите, я вам покажу, как это делать. Вот, берете, охватываете. Главное, чтобы лицо закрыто было. И вот дышите. Видите, вот. Улыбка, да, правильно? Вот. С вас еле отлипло. Нормально. Задание, короче, ты должен снять обувь, покидать бурну, потом ее обувь и заставить ее принести всю обувь. Здравствуйте, проходите. Давайте резюме. Вау, крутая татуха, да? Только не оскорбляй ее, пожалуйста. Гелен Ваген. Почему Гелен? Из сотен тысяч машин, почему Гелен? Цель. Да? Любовь. Все, круто. Карина, да, зовут тебя? Да. Я буду у вас сейчас, ну, по разным фронтам проверять. Угу. Буду на знания проверять. Например, 2 плюс 2 умножить на 2 сколько? 6. Молодец, правильно, да? А теперь следующее задание. Возьми обувь, сними. Снять. Снимай, снимай, снимай. Я тоже сниму. Чтобы тебе было комфортно, снимай обувь. Оба расшнуруй сразу. И теперь давай, кто из нас, короче, обуви попадет в урну? В стекло. Урну. В урну? Давай, на счет 3. Мне кажется, она спалила. Давай, я кидай. Сказала. Раз, два. В ребенка. Нет. Смотри, стой, стой, стой. Вторую тоже, да, вторую тоже. Давай. Готово? Сейчас. Давай, раз, два, три. Все, пусть принесет всю обувь. Ты проиграла, приносишь обувь. Жалко я. Скажи, бегай, бегай, скажи. Давай, давай, давай. Ой, молодец. Все, Карин, одевай, обувайся. А вам надо сейчас дать флайеров в гей-клуб. Ну, как-то это завуалировать и пригласить на вечеринку. Эльзара, такое имя необычное.
Вы не выспались? Ну, не то, что не выспались, просто небольшой загруженный день. Не хотите немного вечером расслабиться? Нет. Смотрите, у меня есть пригласительное в этот, как его, очаровательное место. Вот, ну, куда попалось? Это Boy Clothes Party. Это, ну, как бы, обычный гей-клуб. Можем сходить, потусить, приведи с собой друга. Ну, мы можем вас переодеть, чтобы никто не заметил, что вы девушка. Вот, и мы можем с вами коктейль в подарок получить. К сожалению, не пью. Не пьете? Как-то скучно живете. Там ну, тоже то, никто не пьет. Да, ну, не скажу, что я веду правильный такой здоровый образ жизни, просто не, это стараюсь. Вечеринка не для того, чтобы напиться алкоголя. Это вечеринка для того, чтобы напиться алкоголя. Я не говорю, что это вечеринка для алкоголя. Просто говорю, я не пью. Они тоже не пьют. Поверьте, я там был. Спросите, как она думает, что они там делают? Как ну вот думает? Смотрите, как вы думаете, что они там делают? Ну я, если виниться, не была на такой вечеринке, ну, я не знаю, что там происходит. Ну примерно. Возможно. Ну, на всякий случай возьмите, мы с вами созвонимся, я ваше резюме оставлю. И надо как-то немного расслабляться, кстати, это тоже одна резюме сегодняшнего. Вот, Насчет работы вы нам не подходите. Вот, насчет работы вы нам не подходите, но пойти потусить будет классно. Вообще. Заберите флайер обратно, флайер обратно. Так. Здесь. Хотите? Чувствуете скотиной, да? Я ненавижу вас. Короче, вы ставите себе на голову яблоко, и он должен ногой сбить. Вы можете сидеть. Константинова Мария. Да. 18 лет. Как у вас с меткостью? С меткостью? Пинать умеете? Пинать? Да. Ну, иногда косы. Это как его спортом занимались? Волейбол играл. Сейчас. О, тем более у вас так должно получиться. Смотрите, я сейчас сажусь. Я вот сейчас сажусь, ставлю себе на голову яблоко. И вы должны ногой смахнуть это. Нет! Давайте, давайте, я вас верю. А то зарплата у вас я будет. Вас по голове ударю. Ничего страшного, это не первый раз. Вы думаете, вы первый, кто проходит такое собеседование? Ужас. Давайте. Заряжается она. Джипс. Идеально! Вообще супер! Все супер! Потрясающе! Это было круто! Вам, видите, как вам спорт помогал? Вы не приняты! Но вы не приняты, скажите! Вот, все, вы не приняты, вы наш шеф, решили поднять ногу. Это ужасно! Я первый раз такое вижу. Обычно до последнего стоят, нет, 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 и тогда я вижу, что будет хороший сотрудник. Ужасно. Завтра что-нибудь со мной случится, в первую же очередь меня вот так вот ножом пронется, я уверен. Спину. Предатель, вот вы предатель. Вот вы предатель. Честно, помоги. Спасибо большое. До свидания. Ты должен вести собеседование и петь при этом. Короче, о, здравствуйте, это ваше резюме, какое замечательное. А, пропевать весь текст? Весь текст, да. И ни разу не разговаривать при этом. Здравствуйте, как у вас дела? Все хорошо у вас. Почему вы без настроения? С настроением. Как вас зовут? Айгерим. Айгерим. Батыров срочно уехал по делам в гей-клуб, а я буду его замещать. Нужны сотрудники. Тоже с хорошим чувством слуха. Потому что здесь официанты бегают, кричат. И поэтому надо, чтобы... Да. Бой, можно, можно вы мне здесь вот пропоете вот эту строчку, пожалуйста? Коммуникабельность. Ответственность. Неправильно. Ответственность. Ответственность. Давайте дальше. Стрессоустойчивость. Нет, здесь не отяну, здесь уна. Стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость. Да, стрессоустойчивость. Как Бейонсе. Стрессоустойчивость. А теперь как песню надо это пропеть полностью. Коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость. Ну что, пацаны, как у вас настроение? Хочу спросить после всех этих сумасшедших заданий. Давайте, лучше вы первый. Ну, я сказал, что вы будете гореть в аду. А это раз так. Я понял, что вы немного меня пожалели, потому что задания были, в принципе, выполнимы. Да. Так тяжело, я в жизни, я матерюсь даже редко. Это пиздец, блядь. Ну, одним словом, если описать наш проект. Ну, был такой адреналинчик был. Круто. Это прикольно, да. Так, смотрите, Нурлан, вы выполнили 10 заданий. Кеша смог выполнить только 5. Соответственно, вы выигрываете у нас
100 тысяч минус 50. 50 тысяч тенге? 50 тысяч тенге, мы вас поздравляем. А это хватит, чтобы девчонок утешить? Я хочу, чтобы эти деньги пошли во благо общества. Смотря какие цены у вас в кафешке. Да, мы всех девочек, которые снимались, удержали. Ага. Если вы хотите их угостить. Ты с них удержал или просто остановили? Я и с них удержал, и с вас удержал, не беспокойтесь. Да, мы их оставили, если хотите поблагодарить, то мы его давайте. Да, я хочу, чтобы эти деньги ушли, вот, чтобы они попробовали нашу вкусную кухню. Да. 10 тысяч получит тот, кто в комментариях напишет самый смешной комментарий и придумает какое-нибудь классное задание к следующей программе, можно так сделать? Да, 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 я тоже так согласен. Нет, лучше, может, кричалку больше крутой придумал. Кричалку Батыров, плов, да. Пицца. А, да? Да. Батыров, плов, давайте, да. Самый смешной комментарий и кричалка к Батыров, плов, пицца. Да, друзья, так что еще подпишитесь на канал и поставьте лайк. Обязательно, это очень обязательно, да? Да, на меня тоже подписывайтесь. Да. Девочки, всем спасибо большое. Это была съемка программы. Здравствуйте. Вот, это... Вот, на самом деле, я не такой говно, честно. Кого я обидел? Вы всех здесь обидели? Я всех обидел, да. Это отвратительно. Я себя так в жизни, на самом деле, я не веду. Я не такой долбоёб. Я редко поделюсь. Вот, просите, хочу поцеловать и обнять каждую, потому что это так. Все, Нурлан хотел поцеловать одну, но решил, чтобы обиды не было. Особенно вот те, кто, у кого такое было жесткое задание, спасибо большое. Простите. Удивило, да, меня? Простите. Так как я выполнил все задания хорошо, я выиграл деньги, у меня есть кэш, я вас всех угощаю. Все, Нурлан, вы готовы? Давайте. Да. Теперь наша.